Сегодня 23 октября 23 года. Частный приют Николая Ивановича. Мы купили вот эту буржуйку, чтобы помещение отапливалось. Потому что помещение, конечно, здесь холодное было. А у нас ведь здесь сейчас и путята, и собачки старенькие. Ну, конечно, никому до этого приюта не было дела. Все же любят прийти на готовенькое, как мы все облагородили, все сделали, построили вольеры в городском приюте. Ну, а захватчицы, они и есть захватчицы. Сидели, ждали, выжидали, когда на блюдечке все им преподнесут. Ну, ладно, мы трудностей не боимся, мы к ним привыкли и даже, может быть, и рады. Потому что мы делаем это с любовью и за животных. Для тех, которые действительно наши дружочки, которые здесь сейчас ожили в этом приюте. Да, к сожалению, в нашей жизни и при нашей жизни люди приспособленцы, я так называю, стараются прийти на готовые. Раскидали сухой корм и забыли. И воды даже не поставили. А мы готовим, убираем, варим. Хотя здесь нету газовых. Здесь есть только плиты, которые от баллонов работают. Конечно, приходится варить с утра и до ночи.